Добрый день! Сегодня 4 ноября. Два больших праздника. День Казанской иконы Божией Матери и День Народного Единства. Всех поздравляю с праздником. Желаю вам счастья, здоровья, любви, благополучия. Никого ничего не бояться в этой жизни. Вот стихи, песня на стихи гениального поэта песенка, я считаю, Юрия Рассветова, который написал более 4000 стихов на тему о России, патриотических, православных стихов. На мою музыку песня «Боже, Родина есть у меня» вам в подарок от нас. Боже, Родина есть у меня, как она несказанно красива. Всей душой я к ней припаду. Как я счастлив, что это Россия. Укрепи наш дух, мать земля. Освети землю русскую, Боже. Наш черед Россию беречь. И мы с честью послужим ей тоже. Горь земли ты в ладонь сожми. Силой разольется по сердцу любовь, и душа воссияет Россией. Боже, Родина есть у меня, как она несказанно красива. Всей душой я к ней припаду. Как я счастлив, что это Россия. Вечной жизни ты наш исток. Необъятное русское небо. Я иду по траве босиком, и колосья колышутся хлеба. Благодать солнцем вечной любви обнимает лучами рассвета. В объятиях родимой земли растворюсь я строками куплета. Боже, Родина есть у меня, как она несказанно красива. Всей душой я к ней припаду. Как я счастлив, что это Россия. Всей душой я к ней припаду. Как я счастлив, что это Россия.